Всех приветствуем. Вот буду готовить щучьи котлеты. Вот я отделил филе от щуки. Вот потом замочу хлеб. Вот с одной щуки у меня получилось где-то 500 грамм филе и 100 грамм хлеба. Сейчас замочу в молоке и прокручу два раза. Вот замочили хлеб в молоке. Это у нас уже филе щуки. Вот, и будем прокручивать два раза вместе с хлебом. Обязательно нужно отжать. Вот все, добавили хлеб, замоченный в молоке, предварительно отжатый. Добавляем к филе щуки. Все, и сейчас будем пропускать два раза. Вот, и прокручиваем два раза вместе с замоченным хлебом белым, без корок. Вот, и добавляем еще сливочное масло через мясорубку. Сейчас прогоним. Вот, вот пассируем лук, мелко нашинкованный. Сейчас мы его спассируем, охладим и добавим к фаршу, к рыбному фаршу, к щуке.